Ну что, вот мы прогулялись по торговым центрам в районе Кундулара. Центров тут очень много. Есть как магазины, есть как рынок. Цены довольно-таки отличаются от других районов той же Турции. Но купить сувениры, подарки всегда можно. Если вам нужны сладости, еда, памперсы и так далее, вам нужно в Мигрос. Там фиксированные цены и довольно-таки дешевые. Если вам нужны кофточки, штанишки, джинсы, рубашки, то вам надо через дорогу от Мигроса, Султан Базар, Ака Парк или просто Базар, Гранд Базар. Там вы можете найти все, что угодно, от турецких сладостей до магнитиков, сумки, футболки, 5, 10, 15, какая-то обувь есть. Все. А также вы можете с этого района проехаться на автобусах в Анталию, в Террасити или в депо, рядом с депо Mall of Antalya. Там вы можете тоже купить достаточно много, ну, вещей, более, может, качественных, что ли. У нас на канале будут видео Террасити, как мы добирались, и будут, ну, класс, потому что кролик сидит. У нас на канале будет видео Террасити, и мы показывали Дипо, как мы добирались, на каком автобусе с этого района. Вот еще есть Маньяна Атлет, тоже там цены дешевые, недорогие. Также тут есть в магазинах постельное белье. Все, что вам нужно. А что это с кроликами? Что они там сидят? А? Маленькие? Грейт. Не, 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 не,